Привет, народ Ютуба. Принесли стабилизатор. Говорят, не работает. Вскрыл. Потом смотрю, следы от тараканчиков. Ну, я не думаю, что они тут что-либо сломали. Так, визуально посмотрел. Слегка вроде нормально все. Ну и посмотрим, как он себя ведет. Перещелкивает. Опа. И дымок пошел. Будем разбираться. Ну вот смотрю, два резистора, 24 и 39 задымились. Надо схему смотреть. Так, сейчас повторно буду включать, так как вот эти вот три диода и три транзистора вылетели. Когда дымок пошел. Включаем. Вроде попытка включения есть, задержка срабатывает, но уходит в защиту почему-то. Сейчас будем разбираться. У меня два резистора. 2 килоохма, на одном 2 с лишним мегаохма, а второй на бесконечности замеряется. Вот и пожалуйста, поставил другие совдеповские, так сказать. Ну и смотрим. Ну все, теперь работает. Надеюсь, будет и дальше работать. Единственное, что надо будет подрегулировать резисторы. Но я думаю, можно и не регулировать, так как фокус-то иди. Вот оно посредине так и стояло, по одному киловому походу. Здесь немножко подрегулирован второй. Чуть-чуть. Я думаю, это не критично. В общем, на этом и все. Ремонт, я считаю, законченным. Что я там лазил, проверял реле, конденсаторы, там подозрительные проверил, электролитические. Вот пришлось, сейчас я покажу, вот подгоревшие резисторы, но не целые. Проверил, не успели сгореть. Вот, причина была вот в этих транзисторах управляющие реле. Два штуки были выведены из струя. Ну и походу закоротили и задымились, в общем, резисторы. Как-то так. Ну так, я так считаю, что система неубиваемая, так некоторые резисторы вылетают из строя. В общем, на этом все. Всем пока. Подписываемся на канал и до новых видео. Всем пока.